Здравствуйте, с вами Кик, и в сегодняшнем выпуске вас ждет чехол, который генерирует энергию от ваших неистовых движений руками. Ударопрочная пленка из Массачусетса, которая повышает скорость сенсорных экранов. Гибкий динамик в виде листа бумаги. Ноутбук для лица или, как будет удивлять VR-шлем от Meta. Rocket Lab, которая поймала первую ступень ракеты вертолетом. И психея от NASA, которая отправится на изучение астероида ценой в 10 квинтиллионов долларов. Это и многое другое прямо сейчас. Поехали! Сегодняшний выпуск мы начнем с Китая, а если быть точнее, с китайского блогера под ником Handmade Gang, который разработал чехол для Vivo X Fold. Но это не просто чехол в стиле стимпанк. Он способен генерировать электроэнергию и восполнять заряд складного смартфона, если только у вас сильные запястья и вам больше нечем заняться. В видео инженер подробно показал процесс создания уникального аксессуара и рассказал о принципе его работы. После фактического тестирования, в ходе которого телефон был согнут 3700 раз, и да, от смартфона после этого еще что-то осталось, заряд увеличился с 19 до 20%. Блогер уверен, что несмотря на слабую электрогенерацию, изобретение стоит внимания, так как может пригодиться в чрезвычайных ситуациях, когда пользователь полностью лишен доступа к розетке. Правда, стоит понимать, что подобные действия повышают износ складного смартфона. Складной аппарат, используемый в видео, это недавно выпущенный Vivo X Fold. В нем применяется аэрокосмическая конструкция с шарнирами типа плавающее крыло и широко используемый циркониевый сплав жидкого металла. Аэрокосмическая высокопрочная сталь F53, стальные листы с ручным рифлением и другие аэрокосмические материалы легкие и прочные. Пользователь гарантирует работоспособность механизма даже после 300 тысяч сгибаний. Исходя из 3700 сгибаний для зарядки аккумулятора на 1%, заявленного ресурса шарнира хватит на восполнение 81%. Ровно от 19 до 100%, считает Handmade Gang. А вот исследователи из университета Карнеги Меллона разработали ударопрочную защитную пленку для экрана смартфона, способную повысить скорость взаимодействия с гаджетом. Сократить время задержки удалось за счет переориентирования устройства на акустическую вибрацию вместо традиционного прикосновения. Когда пользователь проводит пальцем по экрану с новой пленкой, узор выпуклости высотой всего в 5 микрон производит тонкую акустическую волну в ультразвуковом диапазоне за пределами человеческого слуха. Микрофон устройства, в отличие от человеческого уха, способен ее улавливать, притом с задержкой всего около 28 миллисекунд. Однако он не способен определить координаты прикосновения, поэтому эта технология может эффективно распространяться пока только на свайпы. Исследователи пытаются совместить акустические данные с данными, полученными самим емкостным сенсорным слоем, для подачи модели машинного обучения, которая смогла бы предсказывать движение кончика пальца или стилуса. Пока что результатом стала сокращенная до 16 миллисекунд задержка и ошибки координат в пределах 5 миллиметров. Для комфортного использования гаджета такая погрешность неприемлема, однако технология может значительно улучшить имитацию пера на бумаге, дать возможность рисовать и делать заметки со скоростью, сравнимой с рисованием на обычной бумаге. Инженеры из Массачусетского технологического института сделали из пьезоэлектрической пленки громкоговоритель, способный превратить любую поверхность в активный источник звука. В теории этим устройством можно покрыть салон автомобиля или оклеить комнату обоями, которые будут подавлять внешний шум за счет генерации звука с противоположной фазой. Само устройство размером с ладонь и почти ничего не весит. Оно может воспроизводить высококачественный звук вне зависимости от того, к какой поверхности приклеено, при этом почти не потребляя энергии. Для достижения этих свойств ученые использовали пленку пьезоэлектрического материала, которая вибрирует, если на нее подается напряжение, тем самым генерируя звук. Исследователи использовали лазер, чтобы проделать микроскопические отверстия в тонком листе из легкого пластика, а далее они заламинировали нижнюю сторону перфорированного PET-слоя 8-микронной пленкой из пьезоэлектрического материала. Затем они применили вакуум над склеенными листами и источник тепла с температурой 80 градусов Цельсия под ними. Ученые уверены, что их разработка имеет большой потенциал. Например, такой динамик способен усиливать звуки в театре или, наоборот, подавлять шум от двигателей в салоне самолета. Поехали дальше. В сети появились новые подробности об анонсированном осенью прошлого года флагманском шлеме виртуальной реальности Project Cambria от компании Meta. Журналисты The Information, ссылаясь на собственный отраслевой источник, рассказали о возможностях устройства и предоставляемом им опыте. Марк Цукерберг ранее в одном из своих заявлений назвал Project Cambria чуть ли не лучшим VR-устройством на рынке. В отчете The Information говорится, что разработчики описывают будущую новинку как «ноутбук для лица». Гарнитура,
позиционируется как рабочий инструмент и замена традиционным компьютерам для офисных сотрудников. У гаджета будут сравнимые с хромбуками технические характеристики и собственная операционная система на базе Android. Источники утверждают, что шлем может похвастаться высоким разрешением дисплеев для комфортного чтения текста. Благодаря системе камер пользователь также сможет при необходимости видеть все происходящее вокруг. Уникальной особенностью устройства станет возможность отслеживать эмоции и взгляд владельца. В играх и приложениях виртуальный аватар будет полностью передавать мимику и направление взгляда пользователя. Ожидается, что устройство будет совместимо с различными веб-сервисами и некоторыми приложениями, доступными на гарнитурах семейства Quest. При этом новинка будет тяжелее модели Quest 2, что обусловлено более емким аккумулятором. Впрочем, он расположится на затылке для лучшего баланса. Релиз гаджета запланирован на сентябрь этого года по цене от $799. В компании также работают над двумя новыми гарнитурами Quest, выпуск которых ожидается не раньше следующего года. Кроме того, в 2024-м может выйти наследник Project Cambria с кодовым названием Funston. Буквально на днях начались поставки электрического пикапа Ford F-150 Lightning. Оказалось, что покупатели ожидают сюрприз и даже приятный. Все версии авто обеспечивают больше лошадиных сил, чем заявлялось изначально. А комплектация со стандартным запасом хода получит большую грузоподъемность, чем ожидалось. На момент анонса электропикапа в мае 2021 года компания обещала, что в машине с аккумулятором стандартной комплектации будет обеспечена мощность 426 лошадиных сил, а для версии с повышенным запасом хода 563 лошадиные силы. Теперь мощность увеличена до 452 и 580 лошадок, соответственно. Для сравнения, дизельные модели вроде F250 и F450 обеспечивают максимальную мощность 475 лошадиных сил, хотя крутящий момент у них значительно выше. Грузоподъемность неожиданно для покупателей тоже увеличилась с порядка 907 до 1013 килограммов для стандартной модели. Ожидалось, что модель с увеличенным запасом хода обеспечит грузоподъемность 816 килограммов. И пока неизвестно, ожидает ли апгрейд и эту версию. Стоит отметить, что речь идет о пиковой мощности и грузоподъемности, поэтому спустя несколько сотен километров пути характеристики могут быть немного хуже, чем у модели только после зарядки. Кроме того, Ford подчеркивают, что уникальные мощность, крутящий момент, грузоподъемность, запас хода и другие показатели могут не быть достигнуты одновременно. Тем не менее, F-150 Lightning оказался безусловно мощнее, чем декларировалось изначально. Хоть новости стали и приятным бонусом для тех, кто оставил предзаказ на модель, у всех остальных может появиться не особенно приятное чувство упущенной выгоды, поскольку автоконцерн перестал принимать предварительные заказы на модель еще в декабре и теперь пытается хотя бы выполнить уже имеющийся план по выпуску 150 тысяч единиц F-150 Lightning ежегодно. И какой же кик без Илона и космоса? Начнем с Илона. Глава компании Tesla, SpaceX и не только заявил о желании расширить охват пользовательской аудитории Twitter в США. По его мнению, сейчас соцсеть является нишевым продуктом, и он хотел бы сделать так, чтобы в будущем ей пользовались как можно больше американцев. Во время общения с журналистами на красной ковровой дорожке перед мероприятием NetGala в Нью-Йорке Маск заявил, что важным показателем успеха станет то, насколько Twitter сможет расширить пользовательскую аудиторию. По данным последнего финансового отчета Twitter, в настоящее время ежедневно платформу используют около 40 миллионов американцев. Сейчас это своего рода ниша. Я хочу, чтобы гораздо больший процент населения страны был на платформе и участвовал в диалоге, заявил Маск. По его мнению, соцсеть должна иметь максимально широкий охват пользователей и в идеале ей должна пользоваться большая часть Америки. Миллиардер также высказался о намерении добиться большей прозрачности в отношении того, как осуществляется повышение и понижение твитов. На вопрос о потенциальной возможности массового увольнения сотрудников он сказал: «Это свободная страна. Конечно, если кого-то это не устраивает, они вольны отправиться на все четыре стороны. Это нормально», добавил Маск. И, конечно же, космос! Как мы знаем, все ракеты-носители, за исключением Falcon, спроектированы для одноразового использования. То есть все их компоненты после запуска разрушаются, либо остаются в космосе. Falcon 9 и Falcon Heavy — частично многоразовые ракеты, в которых первая ступень и головной обтекатель могут быть мягко возвращены на Землю и использованы повторно. Первая ступень приземляется на морскую платформу или космодром, тормозя ракетными двигателями, а обтекатель приводняется на парашютах. Это позволяет многократно использовать одни и те же компоненты и с
существенно снижать себестоимость запусков и увеличивать их частоту. Легкая ракета «Электрон» изначально проектировалась как одноразовая, но в 2019 году Rocket Lab решила адаптировать ее первую ступень, чтобы ее можно было запускать многократно. В отличие от Falcon, в «Электрон» инженеры решили использовать не реактивную посадку, а схему, при которой ступень сначала снижает свою скорость с помощью парашюта, а затем ее в полете ловит вертолет. Во время запуска, прошедшего 3 мая, Rocket Lab впервые проверила всю схему возврата первой ступени. Ракета с 34 небольшими спутниками от нескольких компаний взлетела с космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландии. Через 2,5 минуты ступени разделились, и вторая продолжила вывод аппаратов на солнечно-синхронную орбиту высотой 520 километров, а первая начала возврат. Предполагается, что во время снижения ступень разогналась до 2,3 километров в секунду, и отдельные ее части разогрелись до 2400 градусов Цельсия. На высоте 13 километров она выпустила тормозной парашют, а на 6 километрах раскрылся основной, задача которого заключалась в снижении скорости до 10 метров в секунду. Вскоре после этого к плавно снижающейся первой ступени подлетел вертолет Сикорский С-92, который находился в расчетном месте падения еще до запуска. Подлетев к ступени, он сумел зацепиться своим тросом с крюком на конце за трос парашюта. После этого вертолет доставил ступень к стоящему рядом служебному судну и мягко опустил ее на него. В дальнейшем ее отвезут на берег. Важно понимать, что пока Rocket Lab удалось лишь вернуть ступень после запуска. И хотя это серьезное инженерное достижение само по себе, не менее важно проверить на практике, можно ли запустить эту первую ступень повторно. А в НАСА сообщили, что космический аппарат «Сайкия» «Психия» доставлен в космический центр имени Кеннеди, где пройдет завершающие проверки и будет установлен на ракету-носитель SpaceX Falcon Heavy. Запуск миссии назначен на 1 августа 2022. Цель — изучить астероид ценой 10 квинтиллионов долларов. Впрочем, говорить о ценности полезных ископаемых на астероиде «Психия» сильно преждевременно. Это небесное тело, которое, как считается, преимущественно состоит из железа и никеля, рассматривается как протопланетное ядро. Вокруг «Психии» вполне могла зародиться планета, которая сейчас летала бы в Солнечной системе между орбитами Марса и Юпитера. Но этого не случилось, зато земные ученые могут вблизи изучить структуру, которая вполне может повторять земное ядро. Это крайне ценный материал для знания об эволюции планет и планетарных систем. И на этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Следите за техно-новостями и в нашей телеге, и в ВК. Ссылки мы оставили в описании. Мира вашему дому!